чё, как вы там вообще, ребят, напишите в комментариях, как у вас жизнь, чё нового. Йо-йо, дорогие поджучники. Сегодня с вами МС Станистан, покрашенный в красный, старый, с короткой стрижкой. Там Юля, моя новая жена. Здесь каштаны. Помню, несколько лет назад были выпуски про каштаны. А сейчас популярно вот что-то такое. Ну что ж, давно не виделись, дорогие поджучники. Начинаем новый сезон «Запила». Большая историческая справка. Вот здесь, в Каштановой роще, была снята часть фильма «Поднимается влага». Вот так. Дорогие поджучники. Йо-йо, дорогие поджучники. Я научил рыгать Юлю. Она не умела. Кстати, все слушали альбом Рыгастана. Классный альбом, новый. Вот старый тоже прикольный был, такой трушный. Новый еще круче. Вот так вот. Много изменилось с того времени, пока мы не виделись с вами, дорогие поджучники. Много альбомов выпустил я. Много воды утекло с того времени. У коровы нет других забот, ветровое молоко дает. Для кого старается она? Для меня. Йоу, сегодня будет превью для... Блять, какое превью, о чем я? Короче, обзор на «Семи шагов». Хит сезона, я затариваюсь только там теперь. Наверное, из-за того, что я стал бомжом. Вот, но охуенный магазин. Там, короче, мороженое по 19 рублей. Белочка, просто отвал. Вот в фикс-прайсе есть мороженое за 25 рублей. Прям балдежное. Потом тоже вам покажу. А в «Семи шагах» булочки по 29. Венский с маком. Еще много чего вкусненького там по скидочкам. В общем, заходите. В общем, пока меня не было на Ютубе эти полгода или больше, я стал звездой в ТикТоке. И прежде чем меня обсирать, зайдите на мой ТикТок-канал, посмотрите, что я там делаю. Потом уже обсирайте. Вот, что еще могу сказать? И подпишитесь. Что еще могу сказать? Ну, блин, да много чего изменилось за это время. Чё, как вы там вообще, ребят, напишите в комментариях, как у вас жизнь, чё нового. Не смейся. Вот ничего смешного, сейчас серьезно с вами базарю, как со своими родными. Я на свой канал смотрю и думаю, это же мое детище. Я должен снимать туда контент, чтобы люди смотрели. Вот чё правило. У него гипс на ноге, а он на велике едет. Вот и я также со своим YouTube каналом. Все хуево, но я снимаю видосы. А еще, дорогие поджучники, у меня завтра день рождения, 14 июня. На самом деле как-то грустно, я чувствую себя очень старым. Человек, который молодится за счет ТикТока и каких-то зумерских трендов. Мне будут дарить подарки. Мне будут дарить подарки. Да. Йо-йо, дорогие поджучники. Не было нашей любимой белочки, мы пойдем в другой за ней. 29 рублей. Вот это, ну все ее знают. Сок там по 49, 1,5 литра. Вот купили вот это мороженое, покажи. Вот такое мороженое, тоже 29 рублей. Практически все за 29, там, ну и за 19, вот как белочка. Такие дела. Так вот. Вот это мороженое. Выглядит офигенно. Черное. Ты черный, сказала бы Беликова. Я, как прошаренный сомелье из мира мороженого, скажу так. Это примерно на 6 из 10, достаточно химозное, но многим понравится. Любители фруктового льда там порадуются за вкус. Я не радуюсь. Заткни, ёбальник, тебя никто нахуй не спрашивает. Извини, прости, я тебя люблю. Так вот, мы сейчас попытаемся найти белочку. Вот она 10 из 10, на уровне с мороженым из
фикс-прайса за 25 рублей, который мы покажем вам в следующей серии. В общем, надоели мы мороженое. Ну, я, по крайней мере, Юля там идет ест. В общем, на самом деле, любителям фруктового льда, Юля была права, это, может, и не зайдет, я какую-то хуйню сморозил. Я скажу так, на любителя, на шестерочку. В общем, как бы, оно большое, плюс в этом, оно размером как гигант. И в этом его плюс. Да, 29 рублей. Огромное мороженое такое, химозное. Синее-розовое. Пизда, да не, блядь. Я думаю, многим зайдет. Мне, в принципе, норм. Коты. Маленькие котятки. Кис-кис-кис-кис. Я котик, ты котик. А там котик. Собаки бегают друг от друга, смотри. Кис-кис-кис-кис. Кис-кис-кис-кис. Получается, там три серенькие, один черненький. Видишь? Звучит хайпово. Так, мы приобрели вот этот мороженое, белочка. Стоит оно 19 рублей в смешаго. Вот, Юля, показывай. Так, теперь укуси и сделай вид, что тебе вкусно. А, вернее, не делай, а тебе и так вкусно будет. Вкусно? Мороженое! Ням-ням-ням-ням-ням! Мавы, мимавы, амимавы, 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 амимавы. Как настроение, Юля? Йо-йо-йо, дорогие поджучки, я залез на дерево.